Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон ZTE Blade A53+. И сейчас я вам покажу, как сбросить настройки сети на этом телефоне. Итак, открываем настройки. Опускаемся в самый низ. И переходим в раздел «Система». Здесь нажимаем «Сброс настроек». И выбираем «Сбросить настройки Wi-Fi, мобильного интернета и Bluetooth». Нажимаем «Сбросить настройки» и подтверждаем паролем. Да. Сетевые настройки сброшены. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пока.